Чтобы удобно было работать с задней выточкой, увеличим масштаб в этой части изображения. Для этого выберем в панели инструментов кнопку «Масштаб по двум точкам» и укажем левый верхний угол и правый нижний угол того участка изображения, которое мы хотим увеличить на весь экран. Изображение увеличилось. Как известно, длины обеих сторон выточки должны быть равны. Выровните короткую сторону выточки по длинной. Для этого щелкните мышью на кнопке Основные операторы в панели мастеров. Двойным щелчком мыши выберите оператор Уравнять длину. Ответ на запрос саппор. Укажите точку, которая сдвигается. Щелкните левой кнопкой мыши возле точки левого края задней выточки. В ответ на запрос Саппор укажите базовую точку на линии. Щелкните левой кнопкой мыши возле точки вершины задней выточки. В ответ на запрос Саппор укажите линию на которой расположены эти две точки. Щелкните правой кнопкой мыши возле линии короткой стороны задней выточки. В ответ на запрос Саппор введите новое расстояние от сдвигаемой точки до базовой по этой линии. Щелкните левой кнопкой мыши возле точки вершины выточки. При этом автоматически запустится мастер определения расстояния по, по прямой. В ответ на запрос САПР расстояние между точками по прямой, укажите вторую точку. Щелкните левой кнопкой мыши возле точки правого края задней выточки. После этого Саппорт повторит запрос о новой длине линии, но уже в таком виде. Введите новое расстояние от сдвигаемой точки до базовой по этой линии. Ну, уже указано расстояние от точки М4 до точки М3. Щелкните клавиши Enter на клавиатуре. В ответ на запрос Саппор укажите линию с концом сдвигаемой точки. Щелкните клавиши Enter на клавиатуре. Обратите внимание, что в результате в окне чертежа длина левой стороны задней выточки станет равной длине правой стороны задней выточки, а в окне алгоритма появится оператор уравнять длину. Для сохранения результатов вашей работы на жестком диске щелкните мышью на кнопке «Сохранить» панели инструментов.